Все, видео пошло. Способ снятия данной лыжи очень простой. Фиксирующийся палец тянется вниз. Как снимался? Да, установка. Перевести ее в горизонтальное положение относительно гладки и потянуть немного на себя. Палец, если зафиксировался, лыжа стоит и установлена на своем месте. Во время ТО комбайна меньше чем за час остановили полностью. Сборка произошла. Да, сборка полностью из 8 лыж на 8 литровой гладке была произведена за час. Установкой трубы, крепежей, лыжи. Когда крепежи установлены, снимаются лыжи все просто за считанные минуты. Все. Ну, колеса данного комбайна теперь отдыхают. Конструктив по регулировке и настраиванию лыжи простой. Данный штопор растопаривается оператором комбайна. И лыжа производится спиральным вращением, регулируется степень сжатия и высота поднятия лыжи. Просто каждый вид фермеров предпочитает индивидуальную высоту по уборке урожая кукурузы. Кто-то ниже, кто-то выше. И для того, чтобы лыжа работала в своем эффективном положении, есть такая доработка. Спираль. А ну еще раз покрути, чтобы видно, вот сверху поднимается пружина. Вот, меняется угол. Но для того, чтобы я ее смог отрегулировать полностью, мне нужно растопорить палец этот, штопор. Потому что здесь пружина не имеет фиксации, то есть она свободный выход спирали, а здесь спираль замкнута, что не позволяет спадать и скручиваться во время движения вибрации.